Здравствуйте, друзья! Всем привет! Фонбет, чемпионат континентальной хоккейной лиги. Мы в Нижнем, и я думаю, что все те, кто сегодня посмотрел на игровой день, вот от этого матча ждутся просто концерта. Потому что и «Торпедо», и «Минская Динамо» играют крайне весело и много забивают. Дмитрий Вячеславович, изменения в составе, не только новые игроки, но и перестановки в звеньях, с чем это связано? Ни с чем. Так решили? Тренерское решение. Хорошо. Скажите, пожалуйста, то, что ваша команда проводит сегодня четвертый матч, а соперник третий, это как-то влияет? Ну, мы, наверное, не одни проводим четвертый матч. Многие команды проводят четвертый матч. Здесь есть расписание, которое лига составила. Мы его придерживаемся и, в общем-то, не обращаем на это внимания. То есть вы не считаете это критичной для себя ситуацией? Нет. Судя по тому, что вы не меняете состав и отказались, более того, от подстраховки, функциональной подготовки и эмоциональной, вы тоже уверены? Здесь вопрос в том, чтобы, во-первых, ты чувствуешь себя более, скажем, комфортно тогда, когда люди, которые выходят играть, они знают, что на них надеются. Да, и иметь на лавке двух игроков, которые практически проводят время на скамейке всю игру, это очень такое тяжелое чувство для тренера, потому что ты не даешь им время игрового. То есть это получается не совсем правильно в отношении к игрокам. Артем Батрак у микрофона, поехали. Стартовое вбрасывание, выигрывают его минчане. Колосов в воротах, Меркли, Пинчук, Смит, плюс защитники Кёрен и Калдис. Меркли поехал в атаку, ну и вот сделал такой перевод, будем считать, на Виталия Пинчука. Так, ну и «Торпедо» поехал в атаку, и сразу может быть момент у нижегородцев. Фирстав на неудобный убирает, бросает, добивание пока не последовало. Сразу началось очень все весело, ну и Фирстав не забил. Мне кажется, вот еще там долю секунды подержал бы, проехал вдоль ворот и вполне мог забивать пустые. От синей линии добивание, Ян там чуть ли не в штангу шайбу попадает, но вообще, по-моему, отбил Колосов дважды. Первое, четвертое, без разницы. «Динамо» в позиционной атаке. Бросок низом, добивание, гол 1-0. «Динамо» открывает счет в этом матче. Шайба на счету Романа Горбунова. Бросил от синей линии Никита Смирнов. Отбил перед собой, соответственно, Кульбаков. Ну, а дальше уже было добивание. Скорости уже не хватало. С шайбой Бориков низом бросил. А вот это уже опаснее. Это уже опаснее. Илья Шинкевич, включение с синей линии. Отдает на дальнюю. Сквозняком шайба пролетает. И дальше Александр Волков. Ой, тут въехал в Кучаву. 5 секунд есть у «Торпедо». Летунову нужно бросать. Летунову нужно бросать. Он делает пас. Все, 1-0 первый период. Единственный гол на счету Сэма Эноса. Алексей, с Минском сложнее играть, чем с Питером? Ну, они, наверное, более системная такая команда, нежели Санкт-Петербург. Но это ни в коем случае не должно нас как-то менять нашу игру. Потому что то, что мы в первом периоде показали, это никуда не годится. И это дело не в «Динамо» или в Питере. Это дело только в нас, в наших головах. Будет пас рукой, если коснуться Коваленко. Он не касается, он это понимал, но, с другой стороны, позволил он Коди Кёрену шайбу выкинуть. У «Динамо» поменялось. Три игрока. Какая плохая смена. Атанасов. Дальний, добивание. Гол. Но уже вот даже до броска Владислава Фирстова было видно, что шайба в воротах окажется. И Коваленко, видимо, бросал так специально. 1-1. Шайба в большинстве. Как же плохо поменялись минчане. И начал это все Кульбаков. Удивительное дело, что Коваленко не смотрел на Кульбакова. Ну, то есть прям вообще не смотрел. Не ждал. Странный момент такой получился. И шайба Вадима Мороза 2-1. Минская «Динамо» выходит вперед. Тоже гол в большинстве. Но что в шайбе Фирстова, что в шайбе Мороза, это все прямые атаки от этого матча. Ларионов на Атанасова. Тот упал. Ну, свистеть будут трибуны. Но на этом все. Еще никто, кроме них. Так, Атанасов. А шайба-то уже перед ним. И у него сзади Ларионов. И напрашивается скидка. Атанасов. Гол 2-2. Но кто начал этот сезон лучше, чем Василий Атанасов? Не знаю, Николай Голдобин, может быть. В него четко действует
Шинкевич. А здесь вообще вдвоем против одного. Смит на дальнюю моменту Динамо. Но бросок Пинчука так в стык попал. Смог бросить все-таки Виталий. Причем смог поднять шайбу. Так, здесь аккуратно, без вне игры. Фирстов на дальнюю отдает. Ставит клюшку Денис Ян. Спасение Колосова. Волков на синюю поднимает. И вот здесь шайба приходит к Бау. И можно бросать. Он отдает. И это гол. Это гол пока, скажу так, ногой от Пинчука. А будет ли засчитано, сейчас будем разбираться. Чтобы понять, футбол или нет. Да, по-моему, нет. По-моему, чистая. Засчитали, и на этом все. А вот сейчас пошло большинство. И еще, и Ковгореня забивает. Это гол в большинстве. Ковгореня забивает свою вторую. Да вот, я говорил про Мороза и Пинчука. Теперь еще и Ковгореня. И это все, к слову, про молодежь динамовскую. Да, все-таки Кульбакова. Все-таки Кульбакова. Перекрыл ближний угол Колосов. Еще один бросок. Это уже Максимов. Максимов. Движение. Передача. Атанасов. Гол. Он продолжает забивать. 4-3. Торпеда. Шайба в большинстве. Ну, я же говорил, тут уже режиссерский ход. Он все, до конца сезона будет вот так забивать. Атанасов. Показываем. Начинает атаку. И, кстати, атака-то неплохая. Там Ковгореня на дальней открывается. Пинчук действует сам. Куска спасает раз, спасает два. Добивание было уже от Дерябина. У Дерябина два момента. Ну и Пинчук красавец, конечно. Появился уже и Волков, и Сизов. Керан. Калдис. Белевич. У него сзади Коваленко. Скидка на Николая и бросок вместе с Сиреной. После двух периодов можно ли с определенностью сказать, кто владеет инициативой? Ой, как видите, нет. Очень много удалений с одной и со второй стороны. То есть игра меняется, атаки, контратаки. У всех есть моменты забивать, поэтому нужно реализовывать свои моменты и не давать сопернику. А есть ли объяснение, почему три за период удаления за нарушение численного состава? Эмоции? Да, скорее всего, то, что такой сумбур идет, пересменки всякие, звенья тусуются из-за большинства, меньшинства, и, наверное, где-то теряем немножко концентрацию и выходим лишним игроком. Здесь Артамонов с Орловым друг другу помешали. Орлов оставляет шайбу Кручинин. У него момент, он бросает в дальнюю девятку. И играет ловушка Алексей Колосов. Аплодисменты от Лариону, потому что это реально была крутая смена. Вот в той смене поджали Волков. Жестко против него, хотя Волков устоял. И здесь тоже жестко уже от Веряева. Ну и момент, когда Силаев ударил Волкова. Дальше сам Силаев въехал вот в эту штуку, которая, к счастью, закругленная. Фирстова, Сизов бросил в борт. Шайба упала на ворота. И добивание с отрицательного, пожалуй, то угла было от Летунова. Коваленко, Коваленко, Артамонов прям по центру. Коваленко, гол, 4-4, 4-4. Николай Коваленко, Торпеда сравнивает. Он сказал Артамонову, что делать. Ну, только он, наверное, хотел, чтобы тот еще и забил. Тот не забил, но забивает Николай Коваленко. Я говорил, что не хватает голов от первой тройки нападения. И этот гол пришел. Там еще Кручинин так связал двоих на вбрасывание, чтобы двое просто упало. Ну и с разворота попадает Коваленко. По четырем. Центр отдает Силаев. Ох ты, вот это да. Представляете, если бы он еще сейчас и забил. Атака, атака-то продолжается. Воронин, мне кажется, мог еще выкатиться. Закрывает Орлов. Гол! Фантастика! Орлов забил! Орлов забил! Орлов вообще не хотел забивать. Я в этом уверен на 100%. Он просто кидал шайбу туда. Он просто кинул ее вообще вот туда. Бам! Прыжок. Привет. Лягушка зашла. Через борт играет Боку. Шайба на пятак отскакивает. Момент у Динамо. Пинчук не забивает. Тут просто подарок. Вот так она на пятак выскочила. И Пинчук, ну, конечно, коньками обрабатывал. О, так это вообще Сизов. Заброс от Динамо. 10 секунд до конца основного времени матча. Бросок и собственный гол. Гол 6-4. Я сказал во втором периоде, что я ждал 10. Вот 10. Вот, может, Мороз забьет. Почти, кстати, забил. Она тоже так там сверху на ворота упала. 6-4. Главного тренера Торпеды Игоря Ларионова поздравляем с победой. Валидольной, тем не менее. Игорь Николаевич, довольны ли
думаю, здесь надо поздравлять ребят, которые выложили сегодня массу эмоций, массу того труда, который они дали сегодня нашим болельщикам, которые еще до сих пор находятся здесь, на стадионе, продолжают скандировать. Поэтому большая благодарность ребятам за их труд, за их терпение, за то, что они вытащили сложный матч. Не самый яркий, не самый креативный, да, но мы такую победу все равно ценим высоко и берем ее.